Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. В этом ролике я вам покажу 5 машин на стробоскопах, на которых ушло 2 миллиарда только на тюнинг. Поэтому видео будет максимально интересное, смотрите его от начала до конца, ставьте лайки, ну и конечно же подписывайтесь на канал. Подобного еще никто не записывал, поэтому от вас хочу видеть реально максимальную активность. Ну а если вы хотите начать играть на проекте Amazing Holy Play, то конечно же не забывайте вводить по промокод PISCHI/SHMM, 7 пункт промокод, указать друга ютубера и вводите самый лучший промокод Полканов. За него получите 450 тысяч, его можно вводить на любом сервачке. Ну а я конкретно играю на втором сервачке, поэтому кто желает, можете приходить ко мне. Я вас могу принять в семью, в компанию, помогу чем смогу. Видосик реально получился очень классный. Вот реально каждый, кто смотрит видео, поставьте пожалуйста лайк, мне будет очень приятно. У меня аптечка не сработала, что за хуйня? Блять, поехали за аптечкой, мне пизда сейчас будет. Ебать, смотрите на лоха. Все, пожалуйста, посмотрите на этого лоха. Ты меня на лицо срёшь или что, блять? А пахнет я, смотри, как мой персонаж головой его теряет. Ебать, он довольный, нахуй. Лариса, можете моего этого клиента подлечить, пожалуйста? Ему буквально это поцелуйчик в хуй, и у него все отличится. Поцелуйчик хуя, блядь. Так давай ты, Максим, чтобы быстрее вышел. Лариса, покажи Варину. Сыка, давай ее. Лариса, я могу... Поехали, блядь, с этого дурдома ебаного, блядь. Это тоже видео вставлять? А, у тебя видео идет? Да. Нахуй мне твой автопарк снимать? Воу, ебать, где аппарат, нахуй? Какая, ебать? Ты ее видел, ебать? Я еле заметил в камуфляже. Бебла, блядь. Ой, бобла, ебать. Она снова реально сливается, смотри. Разрывная, нахуй. Ну да, хуй найдешь. Если бы он не мигал, то хуй. Да, ебать. Маскировка, ебать, зашкаливает. Ладно, погнали твой автопарк смотреть. Все, привет, с вами Ивангай. Все, что видите в этом ролике, приносит мне. Ладно, пацаны, короче, если серьезно, всем привет, как бы, со мной Мерикосик сегодня в видосике. Здорово, все, пацаны. И сегодня мы будем смотреть его автопарк. Он необычный тем, потому что здесь 5 машин на стробоскопах. Я думаю, вы такого, в принципе, нигде не видели, поэтому, как бы, Максимка перевелся там на время, поэтому, ну, не обращайте внимания. Да, я записываю видео на первом сервере, но я играю на втором. Но Максимка пока что перевелся сюда, там дела делишки, ебать, девочки, мальчишки, пока... поэтому. Короче, что я хотел сказать, то, что на тюнинг было потрачено около 2 миллионов. Мы не будем называть там, сколько одна машина стоит, сколько другая, потому что у всех разные цены. Короче, блядь, у каждого разные цены, и, блядь, что потом, типа, ой, блядь, она столько не стоит, чтобы такой хуй не было, короче. Просто знаете, что на тюнинг всех машин было потрачено около 2 миллиардов. Короче, смотрим ПТС-ик, ебать, этой кобры. Многие эту тачку видели, как его Максим собирал, но я все равно покажу для тех, кто не видел. Так, смотрите, пацаны, самое главное то, что почти на всех тачках один владелец, то есть ее собирали с нуля. Здесь получается третий чип, короче, зеленый ПТС, и не он стоит, получается, градиент. Она была на винте, их очень мало туда вывели. Ты можешь дверь закроешь, ебать? Так ты мне открыл. Что за неисправность, ебать? Ух, блядь, как ты на ней нахуй ездишь, она ёбнутая. На ней, блядь, только на шахту, ебать, за пирожками. Ой-ой-ой, ёбаный в рот, блядь. Нихуя, ты 360 ебашишь. В воздухе, ебать. Сейчас меня посадим барга нахуй, на этом мы закончим видео. Не, ну тачка, блядь, пиздец, дрифтовая, ебейшая. То есть, очень красивый кузов, как бы... Редкая тачка, полностью фуловая, на нее реально ушло много денег. Короче, давай следующим. Да, короче, вот такая вот Е92. Нихуя себе. Ну, владельца, да, тут как бы дохуища почему-то. Не похоже на Максима, не похоже. Тут гидравлика. Так, тут неона нету, зато есть гидравлика, кстати. Ну, стробоскопы, шмуроскопы, короче, все дела. Ну, реально, пацаны, вот где вы видели типа, у которого 5 тачек на стробах, понимаете? Ну, это пиздец, реально. Это, блядь... Можно бизнес реально, СТОшку можно купить за эти деньги просто. Короче, пацаны, тачка прикольная, я себе тоже такую хотел бы, на самом деле. Ну, правда, не на страбах.
Ну да, у меня была, но у меня была без аудио, типа. Не, М4 вообще сочная боком дает, как и М3. У меня все машины боком дают, все. Ну полностью. У него почти все машины BMW, скажу заранее, поэтому можете... BMW дрочер, ебать, чисто, ну. Ну, владельцев, да, многовато, конечно, но в любом случае она пиздатая, тут как бы из гидравлика, нахуй. Можно гидравлику поднять, пошел, ебать, таксиста въебал, перевернулся, как бы и все забрал. Иначе поехал. В общем, суть этой машины, ебать. Типа, чей товар, ебать, тот и цену называют. Поэтому, ну, можно любую цену назвать. Ну, вы сами там думайте в комментариях, либо просто про себя, ебать, сколько что стоит, мы ничего говорить не будем. Давай следующий аппарат, ебать. Давай сразу же. А, ну вот этот именно, вот это аппарат. Не, ну это да, ебать. Это квадро, бля. Квадро, бля, ебать. Квадро, да, это с места нахуй ебет всех подряд. Только окна не забудь открыто, это тут вот такая, вот такая изюминка в этой РС-ке. Ну, тут изюминка, ебать, что тоже целка усосана. Куда целка? 77. Сколько? 77. Вчера 90 только починил на ней. Короче, пацаны, РС-ка, салона с нуля собрана, один владелец, фул зеленый ПТС, также из гидравлика. И ну эта тачка прям ебейшая просто. Ну, такая бородатая. Салон! Салон такой гламурный! Ну да, Максим просто, блядь, мороженое ел, ебать, трошки. Что нахуй? Трошки, ебать, рассыпал. Блять, я заебался, блять, че я постоянно 360 делаю? Не, ну это, пацаны, и прям ты... ракета, ебать, пиздец. Я вот же понял, ты же понимаешь, у меня все машины боком дают, им надо было одну, которую выехать. Ебать, а что там за траходром, нахуй? Ебать, тут мастеров. Молодые, что тут происходит? Ебать, на батарее, смотри, сколько людей! Молодые. И там внизу, смотри, сколько людей. А, это, походу, ГРПшка, это ГРПшка. Там внизу, видел кресты внизу? Это, скорее всего, там бандиты, они сейчас будут налет делать. Да, не желаю, командиры, командиры! Ой, ухибать! Нет! Кирилл! Что? Кирилл, ухибать! Нет! Мне преследование кинули. У меня звезд нету. Бать, ты заорал, нахуй. А где ты там бандитов увидел? Ты слепо. Ну вон они внизу. А, нихуя. А ну подъедь к ним. Что давай, ты, блядь, за бандитам? Давай бродягам скажем привет. Бродяги, доброе утро. Здорово, бродяги. Нас сейчас отпиздят, ебать, мне кажется. Сейчас нас выгут, поехали. На пизду же, ебать. О, это самый главный у них, видишь, ебать? Да, бродяга, вижу. Рюкзаком, ебать. Переговоры несет. Ебать, нас сейчас отпиздят на туре, нахуй. Мне кажется, нас сейчас откинут, нахуй, и все, видос закончился. На туре. Ладно, поехали за следующей тачкой, короче, потому что нас сейчас реально в попочку просто чпокнуть и все, ебать. Надо тест подвески сделать. Нихуя тест подвески! Он нормально держит, ебать. Я в полете выпрыгнул. Нормально держит, ебать. Пружины не вылетели, ебать. Открой. Может, ты откроешь свою машину, блядь, не? А, это моя. Говорит, открой. Мой самый любимый кузов. У тебя, по-моему, такая в жизни, да, была? Ну, только не М-ка. Ну, вот честно, я на ней даже не ездил, пацаны. Поэтому мне самому будет интересно. Так, сейчас посмотрим. Это BMW, что ты хочешь? Нихуя себе, бля. Блять, на машине пробег 350 км. Целка 87, нахуй. Как ты, блядь, ты... ездишь, нахуй, мне интересно. BMW. Большое мусорное ведро. Правильно. BMW. Ну, короче, все, кроме неона и, получается, третьего чипа. Сейчас затестим, как она, в принципе, едет, потому что я на ней вообще не ездил, то есть, я не знаю, как она едет. Ну, сейчас как раз посмотрим. Она же раньше была переднеприводная или полноприводная, когда... Помнишь, еще у Матвея третий чип 1 литра была? Ну, Матвея такая была? Да. Но у него была... Она раньше была полноприводная. Ее пофиксили, нормальную сделали. Теперь она заднеприводная, как и ты. Она боком варит... Ебать, ты охуел, пидор. Она боком едет, а ешь... Ну да, бля, я не люблю, когда тачка так жестко боком едет. Вот для меня оптимальный дрифт — это на E34. Она такая управляемая. А на это я что-то... Ну, либо я не привык просто, либо, блядь, я долбоёб. Ты долбоёб. Ну, блядь, скорее всего, да, второе. А ну дай я тебе покажу, давай, батя. А ну, давай, только давай. Не, ну, кузов, дрифт. Именно сам кузов красивый, мне прям нравится. Но по управлению, блядь, ну на любителя. Вот, смотри, вот, без нитро, она ни боком, ничего, он... Ну это как E34, короче, тоже. Вот, видишь, я без нитро максималку сейчас еду, поворачиваю, вот, нормально поворачивает она. Смотри, не несет полные повороты. Ну, как да. Только вот, бам, нахуй, клатч вкикнул, нахуй, уй-уй-уй. Как только нахуй этот, как его, сцепление отпустил, нахуй, все, ебать. Пизда рулю. Не, ну кузов прям очень красивый.
Последняя машина — это машина, которую я только ее взял. На ней сейчас стробоскопа нету, но сейчас мы поставим на эту машину. Да, пацаны, вот эту тачку мы будем фулить прям при вас сейчас. Развалы Максим сам ставил, три владельца. Целка нормальная. Тут самая нормальная целка, которая у него была из всех машин. И сейчас Максим благополучно берет и ставит на нее. Смотри, как на нее сейчас страбы будет. Вот смотришь на морду и просто думай, как на нее страбы будет выглядеть. Давай, блядь, первого лица сейчас включу, подожди. Хуета. Шучу. Хуета. Не, вообще сочно, мне... Ой, вот, ой, блядь, знаешь, что в М3, блядь, у нее все четыре фары горят, понял, сверху? Да. На Е34, да, блядь, у нее только две горит почему-то, я не знаю. Да, так, пацаны, показываю вам еще раз ПТС, чтобы не горели, что мы пиздоболы. Вот стробоскопы. У тебя, кстати, сигнализации нету, чтобы сверлённо ПТС. А, подожди, блядь, тут первый чип, да, будет? Ты третий не будешь пока ставить. Нет. Буду. Пока нет. Третьего. Ну, в будущем, да. Не, ну все равно, пацаны, блядь, ну такой тачки на страбах 100% нет. То есть она одна такая. Максим как бы захотел выделяться, купил себе кабрик. Сейчас сюда неончик, пацаны, статичный, ебать, максимально резкий, заебенится сюда просто. Ну, автопарк на 50 миллиардов, ладно. Автопарк на 50 миллиардов, пацаны. Да, на 50 миллиардов, ебать. Бля, ну если ты такого цвета, блядь, просто ты ее красить будешь, это 100%. Если бы ты ее ставил бы в таком цвете и такой неон фиолетовый, блядь, это была бы пизда вообще. А ты такой вот цвет видел? Ну, блядь, кому-то знаешь, лампочки хуёвые в неоне, блядь. Ну да, ебать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Нет, это другое дело, реально. Не, вообще выключи свет, чтобы темно было. Как, блядь? У меня на этом аккаунте нету ютубер. Я не могу так делать. А, ну да, ебать. Говорит, выключи свет, ебать. Я думаю, ебать, где нахуй? В туалете чешу, ебать. Прошу заменить, это три владельца на этой машине. Это как бы М3, три владельца, ну вы поняли. Просто... У тебя три КП. Как раз 3 хп, М3 и 3 владельца. И сейчас я сдохну, блядь. Ой, я заправился еще нажал. Ты точно сейчас умрешь, похоже. Блядь. Это, что я хотел сказать. Ну и, кстати, 15 миллионов ГОСКа. Бля, можно было бы саму собрать, типа, но... Я не знаю, Максим решил, она в контейнерах есть, хотя вроде бы ее там нету. Бля, ебай, долбоёб. Я вместо того, чтобы в аптеку забежать, забежал. У меня 0 хп, я сдох. Просто если бы Максим покупал истоку, он все равно бы аудио поставил, потому что оно у него было. А так у него были бабки и аудио. Он аудио дал за эту машину и доплатил. Не, ну, блядь, ну, честно, ну, 5 тачек-то в страбах, типа, блядь. Я не знаю, у кого есть. Может, кто знает, у кого есть, напишите, как бы, но, блядь, я не встречал такого. В Ютубе точно, да и в игре. Я видел. Короче, я веду к тому, что, ну, по сути, это эксклюзив, потому что, ну, 5 тачек на страбах, тем более, почти все полностью заряжены. Мало того, что стоят страбы, там неоны стоят редкие, третьи чипы там и так далее. То есть автопарк интересный, да, в основном это BMW и Audi там одна есть, и все. Но в любом случае тачки все интересные, то есть есть редкие машины, есть вот такой вот кабрик ебейший просто, который Максим теперь с него хуй вылетит, будет кататься каждый день. Ну, реально, я думаю, видос получился интересный, поэтому Максимке спасибо, что показал, как бы. Но если что, мы играем на втором серваке, поэтому можете к нам туда приходить, у нас есть компания, семья, поэтому чем сможем, тем поможем, как бы. На этом мы будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока. До свидания, ебаный сэр. Долбоёб.